Здравствуйте! Сегодня я покажу, как копировать ссылку заметки или любого видео. Вот заходим в Одноклассники. Вот ваши заметки. Так, заметки у вас их 1104. Вы найдите, где мои клипы. Например, это мой клип, что я вам создала. Нажмите на него. Вот написано «Ссылка». Нажимаете на ссылку, нажимаете на слово «Копировать ссылку» и передаете мне сообщение правой мышкой. «Вставить». Вот. И «Отправить». Потом я этот клип скачаю. У меня в Ютубе 4000 работ. Я сейчас ваши работы, я не знаю, где их искать. Для этого мне нужны ссылки на ваши клипы, чтоб я посмотрела, что с ними. Или в переписке нашей полистайте нашу переписку и найдите все ссылки. Вот, что я вам присылала. Нужно обвести, чтоб стало синее. Потом правой мышкой копировать. Потом идете в сообщение правой мышкой вставить и отправляете мне. Так, все, урок готов. Пожалуйста, найдите все ссылки ваших клипов.